Элементы интерфейса, вроде счетчика жизни или показателей ХП и стамины, сегодня настолько обыденные концепты, что мы воспринимаем их как данность. Они существуют так давно, что никто уже и не помнит, а с чего же все началось. Так вот, сегодня и выясним, кто же придумал шкалу здоровья. Вы на канале ДТФ, поехали! Сам термин ХП, то есть Hit Points, был предсказуемо позаимствован из Dungeons & Dragons. Создатели D&D Дэйв Арнесон и Гэри Гайгекс заметили, что правила большинства ролевых настолок слишком суровы. Исход сражений решался в один ход, то есть игрок мог потерять свой отряд или персонажа после одного неудачного броска кубика. D&D предполагало сражение небольшими отрядами, где каждый юнит — отдельная продуманная личность. Игроки привязывались к своим героям и не хотели их терять, поэтому Арнесон и Гайгекс решили, что персонажи не должны умирать с одного удара. Они позаимствовали правила из своих предыдущих настольных проектов Ironclad и Don't Give Up the Ship. Оба были про морские сражения, и корабли там тонули не сразу, а по частям. Эти правила, в свою очередь, были позаимствованы из военно-морского варгейма, придуманного писателем Флетчером Преттом еще в 30-е годы. По этому же принципу Арнесон придумал систему Hit Points. У каждого персонажа в D&D было определенное количество очков здоровья, которое уменьшало, когда герой получал урон. В общем-то, с тех пор концепция ХП не изменилась. Тем временем в видеоиграх 70-х, вроде Space Invaders, была система жизней, а персонаж умирал с одного удара. Логика такого геймдизайна понятна. Так разработчикам игровых автоматов было проще зарабатывать. Умирая, игрок закидывал очередную монетку в автомат. Первыми систему Hit Points позаимствовали видеоигры, вдохновленные D&D. Например, в P-Edit 5 75-го игрок видел число оставшихся очков здоровья. А в компьютерной D&D впервые появились боссы с большим количеством ХП. Здесь, как и в Rogue 80-го года, ХП отображалось в виде дроби. Кстати, у нас на канале есть отдельное видео об истории создания Rogue. Ссылку я оставила в описании. В 1983-м вышла Punch-Out. Ее дизайнер Генью Такеда придумал нечто похожее на полоску ХП, восстанавливающуюся шкалу выносливости. А та самая полоска здоровья, какой мы привыкли ее видеть сегодня, впервые появилась в Dragon Buster от Namco в 85-м году. Дизайнером игры был Эйзи Сато. Это новая рубрика, поэтому обязательно пишите, если она вам понравилась и вы хотите больше роликов об истории привычных нам элементов геймдизайна. Ну и обязательно напишите в комментариях, о чем хотите услышать в следующий раз. А на этом, в общем-то, и все. Не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали, и заходить на сайт ДТФ. С вами была Аня Тоска. Пока!